В Люберцах прошел концерт в День социального работника. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники 4 социальных учреждений округа. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Социальная работа – это вовсе не работа, а призвание. Такого мнения придерживается Ирина Еременко. Сотрудница Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних каждый день помогает детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Социальная сфера – это вообще определяющая сфера в государстве. Да? От того, как будут семьи существовать, как будут жить там дети, насколько они будут счастливы и защищены, настолько, в общем-то, зависит и, и ситуация в стране. Сегодня за свою работу Ирина получила благодарственное письмо от Мособлдумы. Поздравить сотрудников социальной службы пришли депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. То, что это призвание, как учитель, врач, так и социальный работник, и работа требует реального самоотрешения, потому что помощь людям, она всегда связана с чем-то таким, наверное, сверху идущим, и никак это не воспитаешь, если оно сверху где-то не дано. Я надеюсь, что и у вас будут времена, когда вы сможете не оббегать там, 10-20 адресов в день, а будете спокойно давать поручения своим депутатам, и мы все это сделаем за вас. В Люберцах работают 4 социальных учреждения. Это Управление социальной защиты населения, Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Центр занятости. Люди у нас случайные не задерживаются. У нас работают те, которые отдают свое сердце, все свои знания профессиональные, умения тем людям, которые нуждаются в помощи. Это и старшие поколения, и люди с ограниченными возможностями. Это семьи с детьми, многодетные семьи, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В России этот профессиональный праздник учредили в 2000 году указом президента страны. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.